Приветик, дорогие друзья. Сегодня поиграем немножко с лошадками. Ну, на сегодня все. Поиграла чуть-чуть. Не знаю, что вам видно было, что не видно было. Ух ты, 20 минут гоняла. Офигеть. Поэтому такая... Ой, сори, зацепилась. Посмотрите на бедную лялечку. Как она вспотела. Такой фиговый у нас бег был. Как вспотела. Вот лялечка. Зайка моя, ты чего? Успокойся. Здесь. Видно? Видно, зайчик? Пот капает.
кот капает со страшной силой. А вот здесь мои лапушки никто не вспотел. Они же все в форме, в худой форме. Похудели, будем глистогонить. Думаю, это будет самая сложная глистогоночка у нас. Потому что очень много лошадей, и не все умеют кушать хлеб. Все, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!